Закаменский район снова топит из-за проливных дождей. Там поднялись реки, затопило дороги, говорят жители. Вода вышла на пойму вдоль русла реки Улекчин, сообщили в республиканском агентстве ГОИЧС. Есть риск перекрытия региональной дороги. Сейчас дамбу укрепляют с помощью тяжелой техники. Работают 5 специалистов. В МЧС говорят, ситуация под контролем, в том числе и на 168-м километре автодороги Р-440. На 168-м километре автодороги регионального значения Р-440 Гусинозерск-Петропавловка-Закаменск в результате подъема уровня воды реки Зимовьевка произошло подтопление пониженного участка асфальтированного дорожного полотна до 10 см протяженностью 30 метров. Проезд по автодороге не ограничен. В обоих случаях наблюдается спад уровня воды. Ухудшение обстановки не прогнозируется. Кроме этого, из-за повышения уровня воды в реке Цакирка подмыло дороги между селами Утата и Далахай Закаменского района. Там ввели ограничения для проезда легковых автомобилей. Восстанавливать транспортное сообщение станут после спада воды в реке.